Коллеги, ну у нас так. Традиционное мероприятие сегодня проходит. Мы, у нас называется такой майский весенний выпуск птиц, непосредственно живую природу. Сегодня мы выпускаем 12 особей. Один ворон, один дрозд, три совы, один ястреб, два сокола, ну и три утки. И буквально вчера, как раз перед этим выпуском, случился такой случай, что на территории афганского посольства позвонили, сказали, заберите семью прят. Вот как раз сегодня мы вчера забрали, сегодня будем тоже выпускать. Это около 6 особей. Там селезень, утка и потомство. Сегодня тоже будем выпускать. Как раз здесь вот, в этом орнитологическом заказнике на территории Троицкого на Московского округа в районе деревни Безобразово наша традиционная акция. Но сейчас выпускаем сокола, вернее, извините, ястреба. Вот он как раз уже ждет. Опа. Оп, ну и вот пошел красиво. Водитель департамента природы фонда на охране окружающей среды города Москвы, Горбачевского автомобиля. Виталий Ильич, расскажите, что это вам нравится? Сегодня у нас был традиционный выпуск птиц. Мы делаем осенью, весной, иногда летом, в зависимости от того, сколько, скажем так, особей животных в нашем центре передержки накапливаются, и которые, скажем так, готовы к выпуску непосредственно в зону живой природы. Ну, вот, выпуск птиц, он уже традиционный. В основном, конечно, это май и октябрь. Вот, сегодня мы выпускали 12 особей. Это и совы, три совы, один ворон, один дрозд, непосредственно сокол, ястреб и утки. Так вот, как раз только что выпустили, то, что мы продаем. Выпуск производится на территории Троицкого Новомосковского округа. Здесь у нас есть орнитологический заказник. Вот здесь у нас орнитологический заказник пленницы и традиционно здесь выпускаем птиц. Я надеюсь на то, что все особи, которые поступили к нам по звонкам на горячую линию, по обращению москвичей, непосредственно в центр передержки, была проведена реабилитация, медицинская и кулинарная помощь оказана, карантин был выдержан. Вот эти вот особи, как мы считаем, наши специалисты, сегодня они как раз обрели, наверное, свой второй дом, вернулись. Природы, чему мы очень рады, всех этим поздравляю. И, конечно, спасибо большое москвичам, которые неравнодушны непосредственно к этим нашим меньшим, которые обитают на территории нашего мегаполиса. Очень много обращений на горячей линии. Большое спасибо за общение. На самом деле, своими действиями, совместно мы спасаем этих птиц. Даем им второй шанс, даем им вторую жизнь. А чего именно в мае вы искать? Ну вот, осенью понятно, по зиму, а в мае.
в апреле. Ну, потому что традиционно где-то птицы попадают, если в зимний период, да? Пока проходит реабилитация, пока подходит подготовка, потом понятно, что еще какие-то здоровые попадают, да, которые какие-то уже остаются не всегда в нашем центре периодичных. Главное дикой природы и природы невозможно. Но вот так традиционно, скажем так, накапливаются, наверное, такие, так сказать, определенное количество. И по логике вот у нас, скажем так, наши работы получается май и октябрь. Эти два месяца, которые влезают, наверное, это месяца самые комфортные для того, чтобы птицам адаптироваться непосредственно к человеческой жизни.